Здравствуйте, дорогие наши зрители! У меня на столе отличные полезные продукты. И сегодня я вот из такой прекрасной скумбрии, из 4 яиц, у меня здесь немножко молока, соль и черный молотый перец, хочу приготовить прекрасный завтрак. Итак, для начала мы за кадром нашу скумбрию почистим от плавничков и филируем. Очень удобно чистить рыбку скумбрию, когда она не разморожена до конца. Она у меня еще слегка заморожена. И теперь, вот видите, я ее очистила вот здесь, чтобы не было ни одной косточки, чтобы не испортило наше блюдо нам настроение. Мы филе скумбрии нарезаем на кусочки. Кусочки произвольные, но я беру где-то сантиметра полтора вот так. И складываем все наше филе в посуду какую-то. Мне еще понадобится из специй соль и черный перец. Если вы желаете, можно добавить любую приправу к рыбке, кориандр. Я сегодня хочу вот только соль и черный перец, и больше ничего. Соли я возьму на рыбку. У меня где-то завесило 550 граммов скумбрии. Филе я отдельно не взвешивала, но беру где-то вот 1/3 чайной ложки перчика. По вкусу добавляете. У меня здесь смесь перцев, правда, а не черный перец. Все вот это я перемешаю хорошо. И сразу же уже буду раскладывать в форму для выпечки. Смажу ее растительным маслом, можно сливочным по желанию. Это чтобы наша рыбка не прилипала. И складываю ее вот так. Вот кожицы я буду складывать вверх. Вот так, смотрите, распределяем по дну. И теперь берем яйца, разбиваем их в стаканчик. Вот 4 яйца. У меня чуть меньше получилось, чем нужно объем брать, сколько яиц, сколько молока. Я чуть-чуть молочка отолью. Немножко не рассчитала. Добавляю яйца, добавляем молоко столько же, оставляю, вот видите, чтобы было ровное количество. Беру вот так щепотку соли тремя пальцами и перемешиваю, но не взбиваю. Только так, чтобы перемешались яйца с молоком, чтобы была однородная масса. Раз 15, вот достаточно венчиком вот так перемешать. Теперь заливаем яичной массой нашу рыбку. И я вам не сказала, что перед тем, как все вот это делать, я уже включила духовку разогреваться до 200 градусов. И сразу же в горячую духовочку мы отправляем наш рыбный омлетик. И ждем примерно минут 25-30. А за этих полчасика я возьму пекинскую капусту, нарежу ее тоненько. Еще на терочке для корейской моркови я натру 1 среднюю морковь и половинку корня сельдерея. Также измельчу зеленый лук и шпинат. И у нас получится отличный салатик к омлету. К нашему весеннему салатику я добавлю совсем немножко оливкового масла. Добавлю где-то 1/2 столовой ложки бальзамического уксуса. Можно заменить соком лимона, еще посолю по вкусу, перемешаю и смотрим, что же там наш омлетик в духовочке. Полчасика пробежали, достаточно 30 минут для рыбки, и для омлета. И мы его вот так раз и переворачиваем. Затем я беру его вот так на центр. И мы его разрежем на 4 части. На 4, Иван Афанасьевич? Ну, можно на 8, все равно все съем. Да. Ну, я думаю, на 4 части достаточно. Кушать подано. Садите жрать, да? Как джентльмены удачи. Да. Вот такой получился у нас рыбный омлетик. Это вот вкуснотища, нежнейший аромат. И с кусочком рыбки.
Да, и полезный, и пахнет сытный. Пахнет хорошо. Божественно. Идеальный, прекрасный завтрак. Очаровательный. Чувствуется жирок, вот этот скумбрий. Витамин D3. Хорошо. А ну-ка. А салатик одобришь? Он уже... Знаешь, я не потянула на салат, но сейчас... А салатик надо одобрить, да? Да, надо одобрить. Ну, вот надо сначала съесть половину куска, а потом запустить салат. Из доступных весной продуктов. Капуста, морковь, сельдерей. Ой, зелень какая нашлась. Классный салатик. Завтрак удался. За таким завтраком только рассказывать интересные истории и наслаждаться. И после такого завтрака только хорошее настроение. Угу. Вычитал я в интернете стишок шутливый. Но не запоминал, а расскажу как историю. Значит, муж с позаранку на рыбалку собрался. Встал в 5 часов, чтобы не будить любимую жену. Надел рюкзак, оделся, все заготовленные удочки с вечера и на трамвай. Только он подошел к трамваю, тут как уперищил ливень, просто стеной. Ну что поделаешь, надо возвращаться домой. Возвращается он домой, быстренько переодевается, одевает сухую пижамку и к жене под теплый родной тулился к теплой родной спинке. Ну, жена с просонку, ну как там на улице? Он говорит, плохо, такая погода, что хороший хозяин собаку на улицу не выгонит. А жена, а мой дурачок на рыбалку собрался. Спасибо, друзья, готовьте такой прекрасный, замечательный завтрак, все останетесь довольны. И не забывайте заходить на наш 2-й канал «Смачные рецепты». Ссылочка будет под описанием ниже. Всем добра, прекрасного дня, отличного настроения. Лайки. Будьте здоровы и не болейте. Пока. Пока.